Друзья, нажал не туда, куда-то я. Ну, бывает, я не очень хорошо разбираюсь во всех этих штуках. Вот. Так что прошу прощения. Первый раз что-то у меня нажалось не то. Сейчас. Да, здрасте вам. Привет, здорово. Здорово на конца. Ну, значит, здорово. Да, у вас, видимо, тоже день. Во время выполнения разводки гантелей на грудь схватывает передняя дельта плеча. Что не так? Координация плохая у вас. Надо учиться делать. Владивосток, не знаю, в конце этого года пригласили, может быть, поеду. Так, что не видно? Меня не видно? Дека до или после, не знаю самого. Привет из Николаева, Николаев, привет. Привет из Бреста, Брест, спасибо и вам привет. Добрый день из Казахстана, 7 числа к вам прилетим. Томск когда? Не помню, Томск не помню. Добрый вечер. Киев, привет. Салам из Туркменистана, салам. Минск, привет. Тут какой большой. Ну да, интернет, наверное, плохой у вас. Нет, у меня интернет с максимальной скоростью. Вот, и думаю, что вряд ли быстрее бывает. Сегодня, конечно, в Санкт-Петербурге лучше, да, в Питере сегодня погода получше у нас вообще. А болит плечо при приседаниях, что можете делать? Ну, широким хватом берись, потому что узко беретесь, и плечо бывает иногда болит. Где вы сдаешь анализы на гормоны? Вы на Витро сдаем. Камышин плюс 28, круто. Как попасть на твою тренировку? Записаться, оплатить и попасть в фитнес-клуб. Казахстан, Алматы и Астана. Как думаешь, Гусев готов к Олимпии? Не знаю, я трудно сказать. Когда отдельно человек стоит, это одно. Когда бёрпи делаете с бегом, не делаю, потому что мне нельзя даже бегать. В правильной разводке на плечо, да, передняя дельта, конечно же, будет участвовать, но научитесь делать, не будет активно ассистировать. Для начинающих круговая тренировка, в принципе, яковина нормально. Ну, яковина такой, своеобразный принцип. Я бы сделал обычный классический футболинг. В Калининград приедете, но если организаторы найдутся, организаторы, приеду, конечно. В Казахстане, уже говорил, в Астане и в Алматы будем. Не помню, что в какой последовательности, точно будем. Жим с полной амплитудой наклона скамьи безопасен для плечей. Да, в общем, ничего особенного, конечно. Можно подробнее знать, где вы будете в Алмате, где именно. На днях, смотрите, сейчас будут афиши выложены. Она еще не готова. 7-го, по-моему, ну, не знаю, ребята, отвечу, выложу афиши буквально на днях. В Краснодар не думаете приехать? Думаю. Приезжайте в Оренбург обязательно. В отличной форме. Ну, не совсем отлично, но почему икры лучше отзываются на многоповторку? Потому что там больше медленно сокращающихся мышечных волокон. Как в течение дня принимать креатин? Без разницы, он накапливается. Как здоровье? Хорошо, 21 числа будут мне делать операцию, радиочастотную абляцию. Надеюсь, что аритмия уйдет. Только в двух городах, что ли? Да, по-моему, в двух. Присед, пауэрлифтинг и бодибилдинг, как перестроиться. Учиться приседать, ну, тоже огромные ноги у некоторых. Так что, там, сказать, что лифтерский присед не рабочий, абсолютно неправда. Как дела, жене? Привет, вы классные, спасибо, она там лежит. 25% жира для девушки многовато? Ну, наверное, да. Но лучше в зеркало смотреть, чем даже на биоимпеданс. Цитрулин, рабочая весть, да, он, минуя печеночный барьер, конвертируется и является донатором муки. Можно ли креатин мешать с протеином? Можно. Можно ли каким-то образом заниматься у вас индивидуально, не онлайн, повтор? Можно. Я работаю в Рашфитнесе в Озерках, в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. В Кемерово, наконец, еще приедете? Я бы с удовольствием. Ну, просто часто встречаешь ребят оттуда, и такие классные ребята вот, оттуда, из Кемерово, Новокузнецк. Суперсет на одну мышечную группу, 10-12 повторений, какие волокна работают? Гликолитические. Ты пробовал инсулин в наборе или вообще? Нет, не пробовал. Было, один раз 3 единицы поставил, меня так тряхануло, что больше не пробовал даже. У меня родители диабетики, покойные, царство небесное, поэтому я очень сильно боюсь. Когда будете, наверное, в Москве, не помню. Звук отстает немного, это, наверное, у вас отстает, потому что ни у кого нет. В Минск приедете? Да. Как разрабить программу двухдневный сплит? Не знаю, либо вверх-вниз, либо как-то мышечные сочетания. Тут вариантов-то не так много. Привет из Казани. Казань, привет, Кипр. Здорово. У вас появляется... Я сейчас повысил немножко рабочие веса. Уфа в планах есть? Конечно, есть. Там очень много у нас друзей. Как относитесь к кроссфиту в бодибилдинге? Сами практикуете? Нет, мне нельзя ни кроссфит, ни ничего другого. Семинар в Екатеринбурге будет? Наверное. Пока не знаю. Можно ли последний подход заканчивать пампом?
Можно, зачем только? Можно ли гипертрофировать мышцы только изоляцией? Можно. Мышцы не знают, изоляция это или не изоляция. В Москве на персоналку можно попасть. Я же работаю, в принципе, в Санкт-Петербурге, поэтому вряд ли. Кстати говоря, перископ я сегодня обновлял. Сегодня приходило обновление, может, что-то оно вот кривое пришло. В каком режиме тренировать заднее бедро? Там больше гликолитических мышечных волокон и, конечно, лучше отзывается на низкое и среднее повторное. Приходить сегодня в Метерию Чак, есть стейки на Садовую. Спасибо, я сегодня иду на игру «Что, где, когда» в Буквоед на Гулливере. Нас пригласили, друзья ведущие, очень хочется, нас пригласили поучаствовать, но это был бы позор, поэтому мы приедем как гости. Стас, про узкий жим хватом, ответьте, пожалуйста, извините, пропустил вопрос, не успею. Фуллбоди подойдет на набор? Ну, вообще из фуллбоди вышло вообще сплит, поэтому раньше тренировались только фуллбоди. Как выключить грудные при жиме узким хватом на трицепс? Учиться никак не выключить, пока не научитесь, не скоординируетесь, никак не будет. Вы уже больше не будете жать, никак, 180-200, никогда. Видео и звук, ну, отлично, спасибо. Ну, еще раз говорю, обновление было, черт его знает, как оно. При низкой углеводке вес сбрасывается, при без углеводки 2 недели стоит на месте. Может такое быть? Может. Я сейчас третий день нахожусь на сыроедении. Я за 3 дня съел, наверное, не знаю, помидоров штук 6. Пару огурцов и немножко арбуза и слив. И у меня то же самое. Чувствую себя, кстати говоря, великолепно. На сушке пропустил, что там предшествовало на сушке. Чего-то там на сушке. Какие книги можно прочитать, чтобы лучше понимать, как тренироваться? Огромный перечень книг по биохимии, спортивной физиологии, возрастной. Не боитесь ли? Нет, не боюсь. Чего не боюсь, того не боюсь. Ничего не солью. А работать на все типы мышечных волокон за одну тренировку есть эффект? На мой взгляд, нет. Ну, это мой взгляд лично. Так что, как определить профессионализм тренера новичку? Не знаю, трудно ответить. Все-таки сарафанное радио какие-то, ну не знаю, трудно сказать. Можно ли кушать сладкое на наборе массы? Ну, если вы эктоморф, у вас нет проблем с набором лишнего веса, кушайте на здоровье. При качестве набора массы только медленные углеводы. Почему? Если у вас быстрый обмен веществ, ешьте, что хотите. С такой массой на одних фруктах, еще овощах почему? Ваши хобби? Да нет у меня хобби, путешествия. Сейчас поеду куда-нибудь путешествовать. Детоксы только одни овощи целый день и вода, да, именно, и фрукты еще, кроме бананов, виноград, конечно. Недосып мог сказаться на силовых или дело в другом? Может, запросто. Для какой цели сейчас на сыроедении? Доктор мне сказал неделю сделать так, я очень правильный пациент. Пучки дельт лучше тренировать вместе лучше. Говорят, что ваша проблема терпит, связано с желанием набрать 115-20 кг мышечной массы. Это правда. Мои проблемы с сердцем связаны с тем, что я родился с пороком сердца. И узнал о том, что он был врожденным в 44 года. И то, что я переболел в школе ревматизмом, с осложнением на сердце. Так что, наверное, вот так. Фуллбоди сколько упражнений на одну мышечную группу? Не знаю, наверное, 2-3 круга, может быть, трудно сказать. 3, наверное, 3 упражнения также. А сейчас соображу, фуллбоди это 6 мышечных групп. Сейчас сходу не могу сказать, что лучше, спина-трицепс или спина-бицепс. Конечно, спина-трицепс. Можно тренировать 3 мышечные группы за одну тренировку легко. Важен объем тренировок, сколько вы там. Здоровья вам, крепчайших долгих лет. Спасибо, Букингенс. И пневмония на сердце эффект дала? Пневмония дала, к сожалению, эффект появления аритмии. Какой вид чечевицы употребляете, как готовите? Замачиваю зеленую. Ну, иногда варю. В тягах сверху первыми горят задние дельты. Что делать? Ну, у кого-то бицепс, у кого-то задняя дельта. Учиться отключать заднюю дельту, поискать положение. Возможно, относительно самого верхнего блока. Как часто тренируетесь? Каждый день. При весе 89-178 рост, какой минимум углеводов, допустим, на сушке, не знаю. Кто-то до нуля опускается, кто-то меньше ста не уходит. Чем отличается многоповторка от статодинамики? Статодинамика выполняется без расслабления. Ничем, кроме того, что... Сколько грамм БЦА достаточно на тренировке? 15. Ну, это плюс-минус, но в целом 15 достаточно, больше не нужно. Ну, если вы, конечно, не весите 150 килограмм. Основной плюс омега-3, то, что это является противовоспалительной...
компонент для производства простагландинов, и то, что он снижает уровень холестерина, то, что он увеличивает жидкостность крови, да мне даже все перечислить не можно. Сколько грамм омега-3 в день по нормам ВОЗ, 1 грамм по в реальности, конечно, грамма 2-3 нужны есть. Я ем, честно, больше. Статодинамику можно многоповторкой заменить. Замените чем хотите, лишь бы это было на вас работало. Астма и фитнес совместимы? Да, у меня есть клиенты с астматиками. По неделям как лучше периодизацию делать? Я уже писал, статодинамическая, силовая, гликолитическая, силовая. Кабачки на ужин можно? Мне нет, потому что сырые их невкусно. Вообще можно. Одна неделя отдыха после 5 недель нормально, вообще идеальный вариант. Обычно так нужно делать. Увидим вас 19-20 ноября в Москве обязательно на СНПРО, да, никуда не денусь. Это будет 100%. Ну, бог даст. Аминки в таблетках, это правда прессованный протеин? Правда. А при неврозе, что такое нервоз? Статодинамик работает на всех? Да. Лизин отдельная добавка имеет смысл? А большого нет. Плечи, грудь, не шалом. Глюкозамин рабочий, ваше мнение? Мое мнение, да, просто его нужно пить очень долго и, соответственно, сопровождать его с витамином С и различными там добавками. Плечи, грудь в один день. Можно в один день, ничего страшного. Что можно пропить для света? Пропустил. Как по времени у вас происходит сокращение, наверное, статодинамическая тренировка, видимо. 30 минут, ну, может, 40 максимум. Плечи лучше делать многоповторкой, лучше делать и так, просто делить по циклу. Но я делаю многоповторкой. Какой плюс для здоровья от большой мышечной массы? Никакого. Одним минусом. Тушеные можно кабачки? Ну да, почему нет? Подскажи, действительно хороший протеин. Ну, я являюсь спортсменом Optimum Nutrition, как я могу вам подсказать? Какой-либо другой, это же логично. Максимальная дозировка витамина С, ой, не помню, сколько в граммах, не помню. Сейчас могу ошибиться. А здесь кто-то возьмет и съест. Не помню. Бетсаум со вкусом. Это сколько мерных ложек? Посмотрите. Сейчас есть БЦА ПРО, есть БЦА со вкусом, а сейчас появилось БЦА ПРО без вкуса. Там указано количество, собственно, порошка на один мерный стаканчик. Руки работают только на повторке. Можно ли ей только накачаться? Ну, если уже вы выбрали весь объем тренировочных, то есть весь объем потенциального роста обычного, то можно. Стоит ли бояться тренировать 5 раз в неделю? Нет. Ну, по крайней мере, нет. Аскорбиновая кислота дрожжей имеет смысл пить? Нет. Это, конечно, совсем уже. Стас, приветствую ваше здоровье. Спасибо, хорошо. Многоповтор это сколько? 40 секунд примерно. В наборе мышечной массы, да, глютамин перед сном есть смысл. Один работа на медленные и быстрые мышечные волокна можно, но зачем? Спасибо. Качаю бицуху или доверо смотрю. Круто. А я с вами болтаю и сейчас тоже поеду качать. Поеду на что, где, когда. Глюкозамин с желатином. Хороший союз. С коллагеном. Ну, желатин, по сути, является коллагеном. Почему для кардио больше склоняюсь к велотренажеру? Я не склоняюсь больше к велотренажеру. Я делаю так и так. Ну, просто у меня стариковское кардио и все. А пик бицепс – это генетика, да. Что пропить для связок? Болит плечо при приседах, подъем штанги на бицепс. А в любом случае у вас коллаген, глюкозамин с хондроитином. Ничего другого вам не посоветую. Даже если обратитесь к врачу, он вам пропишет препарат под названием Донна. В 3 раза дороже. Ну, натуралку можно качать 7 раз в неделю. Можно, просто тренировки должны быть короткими. Дроссе в конце подхода нормально? Нормально, если на вас это работает. Это очень такая спорный вопрос. Я считаю, что лучше книги по бодибилдингу, не знаю, лучше книги по биохимии, физиологии, анатомии, вот они лучше. Приседать где лучше, в смите или свободным весом? На мой взгляд, в смите менее травмоопасно для спины. Креатин на натуральной сушке не успел, извините. Что для... Слушайте, ну я не умею так быстро читать, я прошу прощения. Хотя, в общем, я умею читать, просто не успеваю. Так что, извините, если не пропускаю. Креатин натурально сушится целесообразно? Конечно, почему нет? Слышал я сам ваше мнение, не знаю, что это такое, просто знаю, что ходит. Так, ты крут, ну это вряд ли. Спасибо большое вам. Вам спасибо. Функционалку есть смысл развивать 43 года? Ну, если у вас здоровье, запас прочности большой, пульс 180 вам не грозит, не критично, то ради бога, но я бы не стал. При, видимо, грыже в грудной можно приседать со штангой. А
Алипс 3-7. Я бы не стал, все-таки грудной отдел, практически все, что вы там на плечах держите, будет компрессионно давить на тот отдел, который у вас так болезненный. Я бы не стал. Классный Майкл, спасибо. Подворот креста внизу при приседе сильно критичен, но процентов 90 он так происходит, поэтому нет. Гмая в какой дозировке? Слушайте, не помню, потому что на кухне стоит. Даже не помню, просто есть вещи, которые я не запоминаю. Любимый и не любимый вкус Optimum Nutrition Изолят. Любимый — это Rocky Road, и сейчас шоколад с кокосом и обычный, например, клубника я не люблю. Не только, мне просто меньше нравится вкус. Азиаты менее предрасположены к спорту. Ну, у них низкий уровень тестостерона. Вы видели азиатов с бородой? Я не видел. Я был в Китае, в Вьетнаме, в Таиланде, на Бали, и не видел ни одного с бородами. Немного тревожит колено при приседе, чтобы советовать, чтобы исправить. Бинтовать и, конечно, разгревать. А может быть, посмотреть, поискать ответ на вопрос, почему оно болит. Жимы стоя, ну, суть вопроса понял, нагрузка на грудной отдел при жимах стоя, конечно, такая же. Стоит ли делать становую тягу, не вредит ли это спине? При правильной технике и при тяге не с пола, это классное упражнение. Сколько фруктов и овощей можно кушать на наборе мышечной массы? Считайте калории. Фрукты имеют свою калорийность, овощи тоже имеют свою калорийность. Считайте. Готовлю соревнования в ВПС, ВПЦ 16 лет. Круто. Что лучше, Optimum или Animal Pack? Animal Pack вообще нормальному человеку есть нельзя, потому что это супер высокая концентрация и нужна только для профессионала. У фирмы Universal, у нее вообще позиция, они делают для про. На стенде в Лас-Вегасе там такие кони стояли, они выглядели как мутанты. Статодинамика на грудь есть смысл, Женя мало чувствуется, есть. Учитесь чувствовать. Что делать, чтобы повысить тестостерон? Ну, смотря причину его снижения, потому что у вас может быть на фоне там опять высокого уровня того же эстрадиола, если вы имеете высокий процент подкожного жира. У вас что, где, когда пропустил? А мой тренер наоборот советовал аниму. Ну, ради бога, еще раз говорю, только если вы реально соревнующийся спортсмен. Это обычному человеку такие дозировки. Цвет вашей мочи будет такой, что вы удивитесь. Сильно ли разрастает сталь от базовых упражнений? Пояс спасает или миф? Пояс спасает сильно, зависит опять же от предрасположенности. Насколько важен пульсометр в фитнесе бодибилдера? По идее важен. Дропсет на частой основе можно, я бы не стал. Никаких дивидендов не получите. Здравствуйте, Станислав Александрович, как вам тренировки, самочувствие? Вова, 1978, это, наверное, Вова Игнатов. Вова, спасибо, хорошо, спасибо. Я вам писал, слава богу, все хорошо. Как проверить тестостерон? Сдать анализы. Какие витамины сам употребляю оптимально? Что лучше для суставов? В первую очередь это гидролизованный коллаген и связка хондроитина с глюкозамином. Ну и какой у вас тестостерон? Последний раз был что-то в районе 15. Но для меня это очень круто. То есть при нижнем пределе там что-то около 8. Возможно ли боль в копчике из-за приседаний? Да, наверное, да. Я сейчас так сходу отвечаю, но, наверное, да. Постоянно ношение корсета на тренировке вредно. Ну, девушка пишет. Ну, слушайте, бикинистки носят. У меня сейчас жене придут. У меня американские, европейские у нас неофициально. Можно и тренить одними сетами. Приветствую, как погода. Сейчас покажу, погода хорошая. Вот, девушки, про пояса. Слушайте, ну работает. Вот все-таки они действительно сужают талию, поэтому ничего страшного. Если вы всю жизнь собираетесь это делать, конечно, не надо. А какой-то период подготовки в хорошей форме, когда делаете косые мышцы, конечно, очень сильно участвуют во всех упражнениях. Как стабилизаторы лучше их, конечно, попытаться уменьшить за счет атрофии. Так что вот. Нужно ли делать перерыв в приеме креатина или все время можно употреблять? Нужно. Примерно через 6 недель есть смысл на 3 недели отказаться. Задний дельта наклонник кроссовере хорошо прорабатывается? По-моему, да. Когда лучше принимать глютамин? На ночь. После тренировки на ночь. Отведение блочной рамы на ягодицы эффективно. Слушайте, разные видел вот эти конструкции. От некоторых удобно, хорошо, некоторые отвратительно попадают. Важна ли боль на следующий день после тренировки? Нет. Есть хорошо, нет тоже хорошо. Кардио на ночь целесообразно? Ну да, почему нет. Профессор Силуянов грамотный специалист? Ну, он профессор. Он, в общем, грамотный.
Внутриврачное давление не критично про корсет? Нет, не критично, но вы со временем научитесь, особенно если вы будете делать параллельно. Семинар в Астане платный? Не знаю, думаю, что нет. Думаю, что нет, это организаторов надо уточнить. Солярий, загар, зале против. Я за. Я за. Завтра схожу в солярий. Пол амплитуды приседа, как вам? Можно пару слов? Считаю, что если нижняя амплитуда цепляется, а верхняя, так приседает Ронни Колман, все остальные. Это правильная техника приседа для культуристов. Не надо подниматься высоко и выключать четырехглавые. Ну, по крайней мере, если вы там не рубитесь с кем-то на присед в целом, да, присел, не присел. Извините. Что-то темно. О, вот так сяду. Нет, так еще темно. О, так. Так, месяц трех, блядь, 3 недели отдыха нормально? Да, нормально. Что можно подмешать в воду во время трех КБЦА? Нет, креатин не нужен, креатин становится неактивной формой, он в воде перестает быть стыковым, он превращается в креатинин. Рак кожи, солярный загар, это все фигня. Не знаю, я не специалист в этой области, мне трудно сказать. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю светлее. О, у нас там, сейчас извиняюсь, что на меня не светит? Во, вот теперь светит, или не светит, светит. Да, извините, готов. Если бы ЦА добавить лимонный сок, никаких конфликтов не будет, нет. Стас, какие гормоны сдать натуралу? Смотря какие у вас вопросы. Тестостерон, эстрадиол, пролактин. Секс перед тренировкой можно? Можно, даже хорошо. По крайней мере, хуже не будет. Тренировка будет под тем же самым. Тренер зала сказал, что молочник хватает причины крепатуры. То есть это такой тренер фиговый. Ну, может быть, она просто прочитала учебник, который датировался там, ну, я не знаю, там, 85-м или 90-м, там, еще 80-м годом. Ну, она ошибается. Я не готов. Вы на балконе? Это не балкон, это у меня кабинет такой. Это я здесь живу, вот у меня. Вот у меня здесь. Вот он у меня такой. Вот так вот у меня. Это мои законы, сколько-то метров, не знаю сколько. А после трения секс, пожалуйста, особенно если с человеком, вообще хорошо. Как относишься к гормону роста? Хорошо отношусь. А на ютубе появились, пропустил, извините, вопрос про доктора. Кто там появился на ютубе? Рибоксин не атрофирует сердечную мышцу? Нет, не атрофирует. А остальные незаконные. Что незаконное? Пропустил вопрос, извините, что незаконные? Незаконные доходы или дети могут быть? Влияет ли на увеличение талии? Кто влияет? Гормон роста? Нет, не влияет. Курсей 22 стоит? Я бы не стал. Ну, мне так кажется. Квадратные метры? Да. Как узнать свой генетический предел натурал? Никак. Просто нужно тренироваться, и наступит момент, когда вы уже не сможете ничего сделать. Ну, 14 лет развить ноги без приседа можно. Ну, наверное, все-таки тяжело будет. Где очень хороших тренеров или только опыт? Ну, у нас в Питере колледж бодибилдинга Вейдера. Есть разовые занятия. Если у нас в клубе, то есть. Но молодой торт. Название «Дневник врача Егорова». Нет, не видел. С удовольствием посмотрю. Спасибо. Единственное, что не забыть бы фамилию врача этого. Так, лучшее упражнение для улучшения талии. Вакуум-планка. Вот, записал видос про вас. А, молодой паренек такой, который в машине сидел. Ну, там очень много косяков у него. Вот. Слушайте, так мне голову светит, извиняюсь. Вот. Бицепс бедра силовая или многоповторка? Лучше бицепс бедра, лучше силовая. Как вам Брин, Ярослав? У нас с ним хорошие отношения. Считаю, что он очень образованный и знающий спортсмен и методист. А можно раз занять и провести тренировку с вами? Можно. 450 углей это много, но для меня это просто цифра фантастическая. Спину чем лучше делать, с трицепсом или отдельно? Что делать, чтобы росли шраги? Шраги это упражнение, выполняется трапециевидный, поэтому... А в чем косяки Егорова? Он мне рассказал, что у меня из-за чего порок сердца, а он у меня из-за того, что я родился с ним. У меня не приобретенный, у меня врожденный порок сердца, поэтому все остальные выводы, к сожалению, уже не верны. А что вы думаете о продуктах компании Optimil? Не знаю. Он говорит, что ваше здоровье очень подорвано, теряете в ближайшее время массу. Он ошибается. Салам, Стас, как здоровье? Салам, спасибо, хорошо.
Книги по тренировкам напишите мне ВКонтакте, я вам пришлю список, так перечислять не могу. Можно и представить с легким весом, остаток динамики, естественно, межпозвоночная грыжа. Можно, но смотрите по ощущениям. На кого ставлю это Олимпии, я не знаю, мне понравилось, я в прошлом году живую видел Олимпию, и мне понравился гораздо больше Родден, чем Фил Хит. Вообще реально, он огромный, он здоровый, классно позирует. Как узнать свой потенциал в бодибилдинге? Никак. Если соревновательно, то никак вообще. Стас, работаешь ли ты через скайп? Да, я консультирую. Иногда и некоторых рвутся шорты от приседа. Жена ругается, может, все-таки в полном амплитуде? Ну, попробуйте. Гульназарян, какие прогнозы? Ну, я смотрел, его форму хорошая. Я не разбираюсь в соревновательной дисциплине пляжный бодибилдинг. Мне трудно оценивать их. Как форма Гусева? Ну, так вроде хорош, но еще раз говорю. Эта история тысячу раз проходила, когда спортсмен один выставляет свою форму, он ядерный, а когда выходит в линейку, что-то выясняется, что ничего особенного там уже нет. Как вы относитесь к заминке после тренировки? Всю жизнь она была, и как раз она придумана для того, чтобы раскислиться, чтобы молочная кислота, которая накопилась, была утилизирована быстрее. Как лучше развивать предплечье? Я не знаю ни одного упражнения, потому что левого предплечья у меня нету. Брею волосы с тела или удалил их лазером? Нет, брею, у меня есть машинка. Грудь и трицепс в один день можно, я бы не стал. Мне кажется, это наименее удачный вариант. Как вы относитесь к камилопектину? Как лучше принимать? Отношусь отрицательно. Пускай он там сверхбыстрый, я считаю, что все углеводы для бодибилдинга нужно есть с тем, чтобы на тренировке уже был энергия депонирована, а не просто попивать амилопектин. Игры 3 раза в неделю при дуральном тренинге. Сработает, может сработать, а может и не сработает. Может они офигеют. Спортпит при беременности, пожалуйста. Там врач вам скажет. У нас есть линейка Naturals, то есть у меня у партнера жена пила несколько месяцев беременности. К аргинину относитесь, есть смысл? Да, хорошо отношусь, но на мне он не очень хорошо работает. Золотая середина напряжения, закисления. Когда бросать штангу? Ну, когда вы не сможете больше выполнять, что можно сказать, какая... Пропустил. Гормон соло стоит ставить натурал в 38 лет, здоровал натуральный тренинг. Да ничего особенного вы не увидите от гормона роста соло. Кем себя вижу, если не бодибилдинг? Ну, я строитель по образованию. Вот, может, что-нибудь построил бы. Можно приседать в гаке при грыже. Вот в гаке можно, особенно вот у нас гак, который на поясницу давит, на тазовую, на бедренную кость. Бицепс, трицепс в один день нормально? Нормально. Сильное закисление же тоже вредно. Абсолютно не вредно. То есть все это чушь собачья. Когда в Томск на семинар? Не знаю. Привет вам, Маргарита из Берлина. Ждем вас снова. Технический музей еще за нами. Да, спасибо, ребят. Да, я помню, что за вами технический музей. Мы приехали, он был закрыт. Тоже на строителя учусь. Я инженер-строитель железнодорожник. Я строитель мостов. Чем отличается тренировка мэнс-физика и бодибилдинга? Не знаю, чем отличаются. Ничем. Ноги не тренируют они так активно. То есть нет приседаний. Рабочие менее вредный жиросжигатель. А я даже не знаю, какие они вообще сейчас на рынке присутствуют, потому что я их не использую и, соответственно, не подскажу. Что для бицепса статы динамики, кроме обычного сгибания стоя? Да любое упражнение. Как лучше свои мышцы разделить 3 раза в день на неделю на тренировку? Грудь, трицепс, плечи, ноги, спина, бицепс. На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант. Что значит заминка после тренировки? Заминка – это как раз то, что обычно выполняется, то есть либо легкая пробежка, либо там, не знаю, какие-то там упражнения, там может быть пресс и так далее. Костюм пропустил. Как можно получить от вас консультацию по тренировкам? В скайпе написать ВКонтакте, и может быть, если я пойму, что я смогу вам помочь, у нас получится. С какого момента можно приходить с обычного тренинга в садинамику? Сколько лет? Ну, когда вы получите уже от обычных тренингов практически все, что вы могли получить, получили. То есть объемы не растут, нужно искать какие-то способы, вот тогда включать. Я думаю, что все-таки пару лет. Как к Ричи Пиано относится? Нормально, классный мужик и в жизни такой же классный. Завтра в школу, да, дочка у меня тоже идет завтра в школу. И всем, кто идет в школу, ну или в институт, 1 сентября, привет. Костюм сауны при кардио, есть ли смысл? Я не знаю, что это такое, если честно. Холодильник сейчас показать, но он такой же, как и вчера. Там хреново гора этих, опять этих фруктов, овощей. Так спину лучше с бицепсом или трицепсом? Спину лучше с трицепсом. Спасибо вам за такие комментарии. Когда начали курсить, в каком возрасте, каким весом? Ответ без ответа.
за кого будете болеть на Олимпии. Посмотрим по форме. Вообще мне, конечно, Шон Родден нравится. Хочу, чтобы он был. Плечи два раза в неделю, статус динамика и любой другой вариант, например, для критических. Как тренируетесь на детоксе? Точно так же. Вообще не чувствую никакого слабости. Как отношусь к Денису Борисову? Хорошо отношусь. Армия поклонников, очень вдумчивый, ведчивый, грамотный. Длинные ролики, но это его фишка. Яблочный пектин вместо... Пропустил там, что про там, яблоко. Сколько дней детокс? 5 дней детокс, 2 дня выхода. Ну, 7 дней фактически. Вот. Ну, жрать вообще не хочу, не понимаю, с чем связано. Витамин рабочая добавка? Да, рабочая. Спасибо и вам. Пить воду нужно 2 литра или это миф? Миф – это когда называют конкретную цифру. Она рассчитывается для каждого по-своему. Как относишься к людям в целом? Положительно. Возможно ли худеть при сбое половых гормонов девушки или бесполезно? Это будет проблематично. Что такое детокс? Почитайте. Детоксикация – это такая перечень лечебных, я бы сказал, или профилактических мероприятий, рассчитанных на детоксикацию организма, продуктов распада белка, продуктов окисления жиров. Пропасть там нормально, не знаю. Я не специалист в этой области. Есть смысл делать кардио на голодный желудок, когда в организме отсутствует сахар и так далее? Есть. Ничего себе, на неделю на овощах и фруктах легко. Смотрите видео Шреддера? Нет, не смотрю. Ну, просто не смотрю, потому что я даже не понимаю, кто это. Перечислил бесполезные добавки, по твоему мнению. Не знаю. Как Аклеев отношусь? Хорошо отношусь, мы дружим. Яблочный пектин как источник клетчатки вместо овсянки. Слушайте, надо посмотреть разницу между... Сейчас не вспомню. Что посоветовать для лучшего усвоения углеводов? Ну, не знаю, что. Углеводы идеально усваиваются. Большое спасибо, что отвечаете иногда на глупые вопросы. Да не бывает глупых вопросов. Бывает наивные, но... Что-то про увеличение мышц при статус динамики опять сейчас пропустил, извините, не успеваю. Так, во сколько нам выезжать, сейчас я подумаю, чтобы успеть. Как уменьшить аппетит? Вот у меня то же самое. Больше пить воды, больше пить клетчатки, овощей с низкой калорийностью. То есть вот я сейчас могу вас убедить в том, что можно вообще не... То есть, скажем так, безуглеводка или высокобелковая диета гораздо тяжелее переносится, чем вот то, что я сейчас делаю. Съедаю 4 или 5 яблок. Как увеличить аппетит? Ну, вот, спросите у того, кто хотел уменьшить его. Потому что девушка, это динамика тоже после нескольких лет тренировок или можно сразу. Ну, девушки не ставят перед собой задачу набора мышечной массы так серьезно. Поэтому, ну, как разнообразие. В каком мясе больше всего аминокислот? Что значит аминокислот? Аминокислот 20. Сейчас уже 21 аминокислота, она в любом мясе. И аминокислот не может быть больше, белка может быть больше. Какой ваш завтрак? Сейчас 2 сливы съедаю и все. Вот. Сдуйте от спортпита, как уменьшить? У вас, видимо, либо продукты какие-то с высоким содержанием лактозы, либо у вас организм не очень хорошо воспринимает лактозу, и фермент лактаза у вас вырабатывается недостаточно. А что лучше, БЦА с аргинином или глютамином перед тренировкой? С аргинином, конечно, поинтереснее будет немножко. Поинтереснее будет работать. Потому что все-таки аргинин больше такая именно ситуационная добавка. Она дает нафиг и всем статус динамика. Это специализация, зачем они заморачиваются? Не знаю, зачем они заморачиваются. Мне трудно сказать. Кто зачем заморачивается, еще раз говорю. Как накачать трапецию отдельно? Делать упражнения, принцип спецификации. 2 раза пропустили, будет ли увеличиться объем мышц при статус динамики? А почему нет-то? Ну, объемы просто будут окислительных мышечных волокон, но у вас еще есть гликолитические. По крайней мере, мне удалось весь откат за там, 2-3 недели вернуть. Как вы относитесь к гормону роста? Говорил уже, хорошо отношусь, считаю, что добавка лекарства идеальна. Часов наручных у вас много? Нет, всего 2 пары. Ну, надеюсь, скоро будет 3. Плечи, не знаю, 3 сета, дроп сета, все это ни к плечам не относится. Это все-таки лучше за высокоповторную статус динамику. Как высушить мышечную группу локально? Ну, нереально. Как определить, какой тип преобладает в организме? Есть тесты, посмотрите, они есть в интернете. А можете разделить свои тренировки, там сможете найти ответ на вопрос. Но практика показывает, что люди, обладающие хорошей выносливостью, в принципе, имеют большое количество митохондрий. Значит, медленных мышечных волокон, как правило, у них мало.
А после 37 можно начать выступать в классиках? Можно. Как растут мышцы? Хороший вопрос. Низ груди сильно стоит, что посоветовать? Ничего не посоветую. Если закрепление мышечное, ничего не получится. Секс перед тренировкой можно или не стоит? Да ради бога. Посчастливьте себя и вашего партнера или партнерши. Бег после тренировки на массе сжигает ли это жир? Нет, не сжигает. Мое мнение, не сжигает. Почему вас не берут? А теперь ты в теме. Потому что все это действие происходит в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. И каждый день летать туда или раз в неделю я не могу. Я и так летаю больше, чем на общественном транспорте езжу. Есть ли проблемы с выносливостью? Есть ли проблемы с тяжелоатлетов? Вопрос. Есть, конечно. Ты здесь тренируешься языком чесать, и блиц, такие вопросы мозг заряжает. А хоть голову, да, действительно такой блиц. Я перед что, где, когда разминаюсь. У меня через 2 часа я буду находиться на игре что, где, когда. Поэтому Назаренко нормальный мужик, нормальный. Александр Назаренко нормальный во всех смыслах мужик, грамотный специалист. Не знаю, у меня хороший к нему отношение, и я надеюсь, у него ко мне тоже. Какое количество повторений оптимально тренировки ног? Я считаю 15 и выше. Пауэрлифтеры блюдят питание, точат все подряд. Если он в рамках весовой категории не заморачивается, то ему вообще без разницы. Что для вас главное в жизни? Здоровье родных и близких. Наверное, единственное, что. Знаешь ли каких-то тренеров в США? Нет, не успел познакомиться. Ну, по крайней мере, лично нет. Нет. Были в Америке, но можно ли набирать хорошую мышечную массу и сами 70% от максимума? Так это вообще классика. На передаче в качестве участника? Нет, я отказался в качестве участника. Нет, это будет в Питере, что где когда, такая вот тусовка. Меня приглашали несколько раз. Я сказал, что у меня нет пиджака или смокинга. Ну, просто его нет, потому что нету его, не налезает ничего. В этот раз мне сказали, что дресс-код будет помягче, и я пойду в брюках, там как-то плюс-минус. Вот. Нет, тема игры будет Гоголь и, по-моему, еще какой-то. Я знаю только несколько произведений, которые Гоголь написал, мне больше там. Шварценеггер вопрос не задавал. Иди в майки и бабочки. Ну, я тоже думал. Какое отношение тренера в фитнес-клубах? Да нормальное. Просто есть совсем смешные, а есть ребята, даже не выглядящие очень атлетично, реально очень грамотные. Смотрю, я же много по России езжу, приезжаю, вижу, как они работают. Не знаю, есть очень хорошие ребята. Есть дрова. Ну так везде. Не знаю, это же касается не только фитнеса, бодибилда. Почему нет детей? В смысле, у меня дочке 16 лет, у сына моей жены 21 год. Как это нет? По крайней мере, час назад она была, она покупала себе что-то там на первый Шварц, на футбол, на футболе накачался. Я не знаю, как Шварц накачался, если честно. Может быть. Так, надо на вторых. Привет, кумир. Привет, Леха, 2037. А какая профилактика позвоночника? Недавно начал заниматься тяжелой атлетикой. Не знаю. Тут надо понимать, что вы, как вы его гробите, каким образом. А на какое ОТПЛ пропустил, извините, сложное слово какое-то было, видимо, с опечаткой, и я так какой-то быстро не смог отреагировать и прочитать его. Антиоксидант на тренировке. На тренировке зачем они? Они нужны не на тренировке. А предплечье как увеличить? Тренировать. Просто я не знаю как, потому что у меня левого предплечья нет вообще. А правое никогда не качал. Ну, возможно, спорт какие-то есть. Лучше у Цыпленкова спросить. С отношением дров к нормальным спецам. Ну, дров-то побольше. Дров побольше. Я думаю, что там дров, наверное, процентов 60-70. Прием пищи через 2 или 3 часа. Без разницы. Смотрите, чтобы в течение дня это было комфортно для вас. Все равно не получится. Это все вопросы из разряда теоретических, а практически мало кто может под секундомеру. Главный минус гормона роста, на ваш взгляд, то какой главный минус? Возможность получения сахарного диабета. В моем понимании. Потому что те дозировки, которые я считаю реальными, то есть они никак не влияют там, на какие-то там увеличение там опухолевых каких-то образований. Бицепс сколько сейчас у вас, не знаю, не мерил. Ни сейчас, ни год назад, ни два. Глюкозамин работает? Да. Какие реальные дозировки? Чего реальные дозировки? Я не знаю, что реально. У каждого своя дозировка. Какое главное событие в твоей жизни? Рождение дочери, которое произойдет через 12 дней. 12 сентября в 13 часов 50 минут у меня родилась дочь 16 лет назад.
Гормон роста дозировки, я считаю, что больше 10 единиц не нужно. А кишечник, гормон роста не растет, не знаю. Кардио на массе надо, я считаю, что надо. Какой у вас вес сейчас? 111. Думал, что на сыроедении упаду. Начинался со 112, блин, и пардон за подробности, как вот первый день на килограмм вышел, вес минус, и все, и так остается. Хотя я сегодня делал кардио, вчера делал кардио, завтра буду делать кардио. Сейчас съем еще пару помидоров, и будет хорошо. Сколько минут кардио на массе? Нет цифр, которые кто-то мог бы вам обозначить. Сколько минут? Не знаю. Если не придет в зале, уходи с трени. Ну да. Фуллбоди – это подход на одну, потом на вторую. Так по кругу. Разные варианты есть фуллбоди. Стас, привет из Сибири, Красноярска. Привет, Сибирь, Красноярск. Скоро… в Новосибирске буду в конце октября. Тяжело на овощах сесть? Вообще легко. Я вообще не понимаю, блин, в чем проблема-то. Что поменяли в пище после перехода на статодинамический тренинг? Меньше стал есть, потому что расходы калорий меньше. Эктоморф в кардио есть смысл делать? Нет, большого смысла нет эктоморфу делать кардио. Как мне кажется. Как так-то, что на сыроедении не сливается масса? Не знаю. 4 раза full body в неделю. Ну, мне кажется, многовато. Если долго использовать АЭС, перестать, но продолжить тренировку, масса уйдет, уйдет, конечно. Вопрос, сколько и как вы до этого вели себя, как тренировались, как использовали препараты, но уйдет, конечно. Особенно, если не умеете делать, а раз вопрос задаете, значит, уйдет 200%. Если смешанный тип сложения, это проблема, с диеты нет. Вешу 80 кг, занимаюсь натурально. С чего начать? Что из пурпита? Протеин, больше вам ничего не нужно. Креатин может быть. Какие 3 группы мышц объединить на трение? Грудь, бицепс, плечи, спина, трицепс, ноги. Это мой такой вариант. По крайней мере, я бы так сделал. Можно тренировать пресс в перерывах основной тренировки мышечной группы? Можно. Я завтра буду снимать с мышцами РФ тренировку спины, и вы посмотрите вставочные подходы. Мои основные углеводы на массе макаронный рис, овсянка, нормально? Нормально. Сколько часов уделяете сну? Сейчас побольше сплю. Часов в 11 уже сплю и часов в 8 просыпаюсь. Часов в 8-9 сплю. Но когда в перелетах могу не спать сутки, могу спать по 2 часа, ну так бывает, ничего страшного. О, вот так, кстати, гораздо лучше. Вот так, у нас мне нужно, да, минут через 5 мышцы ног болят после приседа. Это хорошо, это просто болят. Макароны сложные углеводы, ну относительно сложные, вы же понимаете, это мука. Их надо делать альденто, не доваривать. 8 часов достаточно после тяжелой тренировки, ну, считается, по-моему, нормами 7 часов, если не ошибаюсь, минимум. Ну, с возрастом, поверьте мне, спать становишься меньше. Я не знаю, сколько вам лет, если вам 20-25, для вас там проспать там 10-12 часов, я в реальности не смогу так столько часов спать. Но в виде с вами мышцы на РФ, ура. Ну, завтра только снимаем, выйдет, наверное, через недельку-две. Когда на пенсию перейдешь, как думаешь? Не знаю, не хотелось бы. Можно ли вино после трения? Мне сейчас нельзя, вообще я иногда пью очень хорошо. Доктор говорит белое, пью белое. Доктор говорит красное, пью красное. Ну, в маленьких количествах я как бы... Я уже не пивун. Можно ли без фармы сделать анализы? Можно. Спасибо вам за мотивацию. Вам спасибо. Дариус 208. Заниматься пожизненно надо спортом? Нет, не нужно. Поверьте мне, каждый раз, когда я прихожу к кардиологу, он мне рассказывает о том, как занятия спортом вредны. Поэтому... То есть, причем это касается не бодибилдинга, а вообще спорта. Все, что они говорят, полезно, это ходьба в парке и плавание брасом, а еще лучше на матрасе. Вот. И никаких абсолютно физических нагрузок, то есть, которые усиливают, да, там, увеличивают там артериальное давление или пульсовую зону, они против. Курю, тренируюсь, сильно сказывается на сердце, сильно. Насколько я понимаю, сильно. Оптимальное количество упражнений на каждую мышечную группу. Большие мышечные группы 4, максимум маленькие 3. Вино пропустил. Если тренировки ног, они на утро не болят, тренировка была бессмысленна? Нет, не была бессмысленна. Это теория микротравмы разрушения уже давно. Вы не согласны с врачом насчет чего? Ну, как не согласен? Ну, кто я такой, чтобы с профессором спорить? Ну, у них статистика, они видят, как часто там, уходят из жизни, продолжительность жизни спортсменов. Им виднее. Можно гипертрофировать, не увеличивая веса? Можно, наверное, до определенных цифр.
пропустил там про что-то про акне, то есть какие-то, надеюсь, что это не связано с фармакологией, потому что я вам тут ничего не отвечу. У меня ни в детстве, ни в позже никогда не было. Ну а что тут не согласиться? Ну, конечно, они правы. Что тут? Физкультура полезна, спорт вреден. Там, где заканчивается физкультура, заканчивается здоровье. Есть разногласия здесь в чем-то с профессором Силуянов? Да, есть. Я считаю, что между двумя подходами или тремя рабочими гликолитическими не нужно делать такую большую паузу. Пульс 108 чем опасен, ишемия он опасен, потому что кровоснабжение просто не сокращается полноценно, не происходит выбросы крови, то есть такая скорость сокращения, происходит ишемия. Добрый день, да, добрый день. Вы только пришли, а мы уже сейчас закругляемся, уже надо ехать. Как часто нужно сдавать анализы крови натуралу? Ну, я думаю, раз в 3 месяца посмотреть, что происходит. Брусья – единственный выход для низа груди. Да, кофеин до тренировки. Вам да, мне нет. Стас, с этого момента мышцы РФ тебя снимали. Не понял, вопрос или ответ? Как накачать мозг? Слушайте, книжки читать очень полезно. Или в перископе болтать вот так. Креатин будет способствовать хорошему набору мышечной массы? Будет. Силовые снижают зрение. Не силовые, а там натуживание. У меня зрение упало, но, к сожалению, вы к Ивану не поедете в инферно. Он мне говорил, что собирались. Я был в Москве, но у меня не было времени. Я даже не позвонил Ваньке, за что прошу прощения. С чего начать проверку сердца, кардиограмма и следующая эхография? Отстает развитие груди и пропустил. После хорошей тренировки боли в мышцах за 3 дня. Это нормально, но ни о чем не значит. Кофеин не поднимает давление, мне стоит ли его пить долго? Хороший вопрос. Ну, слушайте, не на всех кофеин действует одинаково. Вообще он стимулирует ЦНС и, конечно же, должен повышать. Мне уже сказали, что закругляться. Как накачать низ груди? Все жимы, все сведения под отрицательным углом. С какое давление можно считать нормальным у спортсмена? Как мне объяснил кардиолог, не бывает спортивного давления, не спортивного, 120 на 80. Но у вас 130 на 80, очень хорошее. Как подчеркнуть низ груди? Диета, подчеркнуть, поверьте мне, когда будет процент подкожного жира там 9-10, у вас низ груди подчеркнется. Друзья мои, я буду заканчивать, потому что, блин, надо уже съесть свое, что там съесть? Пару слив, одно яблоко с дерева и поеду. Вот, спрашивали, как погода, вон она какая вон. Видно? Вот сегодня хорошая погода, так что... Да, спасибо. Да, все, увидимся в Казахстане. Господа, это обязательно, может быть, еще до Казахстана с вами поболтаем. Лицин, немного переоценили ее значение, лицина. Так что вам тоже приятного аппетита, кто садится есть, кто спать спокойной ночи, кто проснулся доброе утро, кто женится, счастья вам. Да, это озерки. Вот, а кто разводится, тоже вам счастья. Да, вид из окна хороший, вообще, я так люблю здесь. Я живу здесь на своем кабинетике. Вот, когда еще раз выйдет, не знаю, может быть... Черт знает, во вторник уже улетаю, поэтому постараюсь еще разочек. Все, друзья, на Матч ТВ, опять же, нужно ехать в Москву. Блин, не успеваю я все сделать, поэтому, наверное, когда-нибудь, да. Но пока нет. Все, друзья, спасибо и пока-пока, до встречи. Все, всем пока.